Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Moda Fashion. В сегодняшнем видео мы покажем туркменский трендовый фасон платьев. Давайте вместе разберемся на фасонах платьев. Не забудьте подписаться и поставить лайк на нашем канале для продолжения видео о стилях одежды. Платье-штапель, который благодаря своей простой и тонкой ткани обеспечивает комфорт в самые жаркие летние дни, позволяет каждой женщине от прошлого до настоящего обладать слишком элегантностью и комфортом. Можно добавить привлекательного или милого образа с помощью сочетания, которое создаете с платьем-штапель в повседневной жизни. Вы можете сделать шаг вперед, выбрать аксессуары для каждой комбинации, которую вы создаете. Платье из штапеля становится одним из любимых платьев не только летом, но и зимой. Главными поклонниками и гипюром являются дизайнеры свадебных и вечерних платьев. Несмотря на то, что свадебных модом постоянно стали популярным платьем и гипюром, которые стали символом романтичности и элегантности. Гипюр имеет искривающее определение, ажурный материал с тонким рельефным рисунком, напоминающий кружево. Гипюр выпускают однотонным, при этом цвета могут быть и насыщенным, и постельными. Идеальный материал для платья стиля. Верх наряда может быть украшен сложной вышивкой или блестящими элементами, не струящейся тканью с различным складками. Нарядное шифоновое платье такого фасона подойдет обладательницам длинных стройных ног. Шифон признан одним из самых актуальных материалов для свадебного платья любого стиля. Классическое маленькое черное платье с шифоном подойдет к любому случаю. Уважаемые зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и выключить звонок, чтобы не пропустить такие новые эпизоды видео. Напишите в комментариях, какой стиль одежды вы хотите видеть в следующем видео. Мы будем продолжать публиковать для вас новые видео каждый день. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья!